What will live up?
Да ладно, он чё, зависло, блядь, пиздец. Нет, постой, не убивай меня, кузнец, я нужна здесь. То, как люди сражаются со мной, определяет то, чего они стоят. Ты чё, тварь, нахуй? Я делала лишь то, что заложено было во мне природой с самого рождения. Я одарю тебя сильными колдовскими чарами, пощади меня, я умоляю. Ну-ка, интересно, если освободить ее. Каждому из нас отведена своя роль. Я освобожу тебя, но я не возьму твои колдовские чары. Держись подальше от меня. Благодарю тебя, мой милый кузнец. Клятвенно обещаю, что отныне злой рок навсегда тебя покинет. Друг лиха. Опа. Руку вернешь? О, у нее ножи из спины пропали. Фух, сложная битва. Ну такая, на выносливость скорее. Скажи, Яга, как теперь мне быть? Как суждено мне жизнь мою прожить? Обрету ли я свободу, когда не станет лихо? Или злой рок все равно будет преследовать меня тихо? Послушай меня, Иван, дорогой. Веди себя с другими так, как хочешь, чтобы все вели тебя с тобой. То, как видишь себя и что творишь каждый день, повлияет на многое в твоей судьбе.
Когда уверен в намерениях лжеца, берись за правду до конца. Борись за правду до конца. Но верь слепо древним сказаниям. Не верь слепо древним сказаниям, когда ты в печали или в раскаянии. Когда все плохо и кажется, что выхода нет, помни о том, что у семи бед один ответ. Злой рок или волшебство не влияют вообще ни на что. Сейчас тайну тебе поведаю я, раскрою, что решит судьбу твою в поздний час, скажу, не тая. В трудные моменты пожинаешь плоды решений, которые ты принимал, и действий, которые ты совершал. Ну, видимо, сейчас мы увидим результат того, как мы помогли, не помогли царю. Я вернулась, мои дорогие. И правда ты вернулся. Свадьба прошла. Мне нужен отдых. Ой, отдохнешь на том свете. Расскажи, что стряслось. Давай. Ты видел, что случилось в твоем омуте. Успокойся, Баба Яга. Разберемся в этой смуте. Мы хотим услышать весь рассказ. Что произошло на самом деле без прикрас? Хорошо, хоть я и устала, и вся вымотана, давайте все же узнаем, что было дальше. Ведь на это все и рассчитано. И по порядку рассказать не лень, как же все было в тот судьбоносный день. Над пламенем, что из костей, под взором камня серого, поставила я котлы. Тогда были который Иван сделал, и думала о планах своих. Надежда тут и беспокойство там. Мария со свитой здесь была. Царица их прекрасней солнца. Так сравненно красота. Вдруг царь явился со своей свитой, спиной горбатой, как корыто. И в гордости с высокомерием смотрел он на невесту с умилением. Доска была разложена, и пешки все мои. На лбу моем ни капельки, в душе я полон сил. Когда мы сели все за стол, прибыл Иван, он был готов. Ты здесь, кузнец? Как всегда опоздал. Мне все равно, у меня есть дела и поважнее. Я здесь, Мария Моревна. Я сделал все, что ты пожелала. Теперь ты должна стать моей невестой. Говорят, что ты великий царь. А я вот знаю, что твой кузнец. Вот кто великий человек. Но перед свадьбой, под недремлющим оком седобородого камня, тебе предстоит пройти испытание судьбы. Никакие испытания меня не остановят. Я силен, я молод, я царь. Я все видела, и это меня впечатлило. Настало время пройти испытание, и чтобы оно меня поразило. Испытание судьбы тебе предстоит пройти. Три требования седобородого камня нужно найти. У меня есть медвежья силушка, богатырская, несравненная, острый ум и немного удачи. Я быстро справлюсь со всем, мне по плечу любые задачи. Чтобы все достоинства доказать, в этих трех котлах нужно понырять. В каждом из них нужно искупаться, и при этом в живых ты должен остаться. Первый котел наполнен слезами кипящими, и ежели ты и правда силен страхом, не будешь ты побежден. Второй котел наполнен материнским молоком, но для тех, кто молод, как младенец, это словно родной дом. В последнем котле вино ледяное, и тут все понятно. Любимцам фортуны наслаждение какое. А как только ты справишься, заберешь свою красавицу. Рифму растерял все, блин. Сейчас я пройду твое испытание. Я царь и я могучий. А после этого я увезу с собой эту прекрасную деву. С ужасным стихом из его уст он отбросил обувь и посох. И был готов на подвиг. Он поднял яблоко с груди. Он прыгнул в омут кипящих слез. Мы ждали в страхе, сон без грез.
Всплыла рука его оттуда, кривая, как все это чудо. Царю пришел тогда конец. Пришел мой час, черед, венец. Навстречу вышел я толпе и прокричал, чтоб слышали все. Он был недостойный, так камень сказал, теперь он превратился в пыль, кости и прах. Позвольте нам сказать, а покойникам мирно спать. Давайте попытаемся все заново создать. Все здесь собравшиеся доброго, бесстрашного повелителя должны принять. Мое королевство страхом было разрушено, владыки нежити погубили все, что было дорого. Мысли о мести ослепили меня, пока кузнец не дал понять мне, что это зря, что я это зря. Я пришла сюда со всем своим народом, чтобы поселиться здесь и начать новую жизнь. Мое сердце наполнено надеждой и желанием присоединиться к твоему народу и начать жизнь заново. Это Мария из 39 земель. Хочешь, чтобы она стала твоим новым правителем? Однорукий кузнец Иван, который нашел меня в моих краях. Твое долгое путешествие окончено, и теперь я стою перед тобой. Ты выполнил все мои требования, и теперь в наших краях воцарился мир. С великой радостью и гордостью приму я тебя в свои советники. По законам царства я не могу быть правительницей. Я девушка, родившаяся не в этих местах. Это вызовет у вашего народа лишь страх. Поможешь ли ты мне разрушить прежние законы и построить новые светлые идеалы? Я буду помогать тебе советом. Давай нарушим традицию и сделаем это царство лучше. Кузнец вдруг сделал шаг назад и с гордостью узрел царицу. С высоко поднятой головой стояла Мария перед толпой. Так к ней священник подходил, он низко голову склонил. В руках держал он царский посох, как знак правителя земель. На платье солнечные блики, блестит корона от отца. Вдруг посох к небу подняла, развернув в небе облака. Приветствовал ее народ, на троне восседавший. И ее план уже готов. Победы вкус наставший. Спокойствию и мудрости ее он рад, и силушкой своей никак не надивится. Правление царицы наполнено очарованием, и ее людям больше не грозит страдания. Иван стал счастлив, и он в поисках жены. Но больше нет ни капельки сомнения. Его судьба в его руках, и ждет его одно везение. Вот и сказочке конец, а кто слушал, молодец. Пойдемте, мои дорогие, пора трапезничать. Time to eat. Ну что ж, ребятки, вот мы и закончили прохождение игры Яга. Так, ну тут видно, есть разные концовки. Я не знаю, вот, что вот эти флаги значат, но как бы то ни было. Кредиты. Да, титры. Но, видимо, это конец. Так что я, ребятки, вас благодарю всех за просмотр. Увидимся мы в прохождении уже других игр. Надеюсь, что это вам все понравилось. Всем до встречи и пока.